Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Tecno Camon 18. И сейчас мы разберемся, как убрать пароль разблокировки с данного телефона. Для начала мы нажимаем кнопку питания. Видим, что у нас сейчас пароль, который мы не помним. Возвращаемся и зажимаем кнопку питания. Отключить питание, свайпаем вниз, ждем, пока наш телефон провибрирует, и ждем еще несколько секунд после этого. После чего зажимаем кнопки громкости и потом нажимаем еще кнопку питания. Когда появляется лого, отпускаем кнопку питания. Здесь у нас появляется такой андроидик. Нажимаем кнопку питания и кнопку увеличения громкости. После чего понимаем, что здесь нельзя воспользоваться сенсором. Чтобы спускаться, мы используем кнопку уменьшения громкости. Спускаемся до Vibe Data. Выбираем Vibe Data and Factory Reset. Для того, чтобы выбрать, нажимаем кнопку питания. После чего спускаемся еще раз и нажимаем Factory Data Reset. Таким образом проводим сброс к заводским настройкам нашего телефона. После чего нажимаем еще раз кнопку питания и перезагружаем наш телефон. Для того, чтобы сбросить пароль, нужно сбросить абсолютно все данные с нашего телефона. Также есть одна очень важная деталь, несколько важных деталей. Ваш телефон должен быть полностью настроен, то есть вы должны были пройти полностью первичную настройку, подключен к Wi-Fi, и еще вы должны были знать о том, что если вы были подключены к аккаунту Google, то у вас попросят пароль от этого аккаунта. Итак, мы на экране нашей первичной настройки. И здесь мы выбираем язык, который нам более комфортен. Тот же русский. И нажимаем «Далее». После чего нас просто просят уже провести первичную настройку нашего телефона. То есть сброс данных, сброс нашего пароля был завершен успешно. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!